И мой раб будет продолжать приближаться ко мне. Слушайте внимательно, сестры и братья, хотите приблизиться к Аллаху, почувствовать себя счастливыми? Послушайте это. Нет ничего более любимого мной, чтобы мой раб делал, чем виды поклонения, которые я сделал обязательными для него. Фард, хиджаб, пятикратный намаз, пост, видите, это фард, вы должны делать это. Я накажу вас, если не будете этого делать. Аллах говорит, эти дела более любимы мной, чем что бы то ни было во вселенной. Поэтому я сделал это обязанностью, потому что я люблю это. Так? Вы приблизитесь ко мне. Поэтому я установил наказание, потому что я не желаю, чтобы вы отдалялись от меня, чтобы перешли на сторону шайтана. Я сделал это обязательным. Затем он сказал: и мой раб будет продолжать приближаться ко мне через добровольные дела, вещи, которые он не сделал обязательными. Но вы делаете их добровольно. Сунна молитвы, упоминание Аллаха, помощь мусульманам, взывание с мольбой, сказать доброе слово, улыбнуться жене, кормить детей. Даже если вы мужчина, вы встаете утром и кормите детей. Это поклонение. Мой раб будет продолжать приближаться ко мне через эти добровольные дела, пока я не полюблю его. А когда я полюблю его, я стану его слухом, которым он слышит, его зрением, которым он видит, рукой, которой он хватает, ногами, которыми он ходит, на которых он стоит, поддерживая равновесие. И если он попросит у меня о чем-то, я дам ему. И если попросит о защите, я защищу его. Знаете, что значит быть вашим слухом? Быть вашим зрением. Быть вашими руками и поддержкой. Это значит внезапно ваши уши, внезапно. Вы почувствуете, что ваши уши хотят слушать только благое. Знаете, поп-музыку. Ислам запрещает ее, так? Однажды ваш слух может полюбить ее слушать. Когда вы начинаете делать эти обязательные вещи, и начинаете делать хорошие вещи, милостыню и так далее, внезапно, без чьих-либо слов, ваше сердце начинает ненавидеть, слушать подобное, и вы не знаете почему. Ваши уши не хотят этого слушать. Затем вы находите успокоение в Коране. Находите успокоение в словах, которыми доволен Аллах. И чувствуете себя неуютно, сидя в компании, где кто-то начинает сплетничать о другом, вы не хотите этого слушать. Кто-то рассказывает слухи, а вы не хотите слушать. Кто-то начинает оскорблять, а вы не хотите слушать. Кто-то говорит, посланник саллиллаху сказал, и вы навостряете слух. Ваши глаза, вы видите что-то запретное. Вы больше не хотите на это смотреть, вы чувствуете дискомфорт. Но тот, кто не поминает Аллаха, его глаза находят в этом удовольствие, похоть. Но те, чьими глазами стал Аллах, их сердца полны имана. Ваша рука не хочет прикасаться к запретному, бить не по праву и воровать, а хочет прикасаться лишь к хорошему. Ваши ноги отказываются идти, кроме как в места, которые любит Аллах. Я стану его зрением, его слухом, его руками и ногами. Да сделает нас Аллах, субханаху ва тааля, из них. Аминь.